Продолжаем выпуск. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 19 декабря. Отмечается, что МРОТ увеличен, исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на 2023 год в 15 669 рублей. Закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 миллионов работников бюджетной сферы, говорится в документе.